Что ж, ты хочешь стать программистом? У меня есть для тебя решение. Выбери синюю таблетку, и ты познаешь всю глубину кроличьей норы. Сказочки конец. Ты узнаешь, что такое офисные галеры, что такое бессонные ночи, что такое неуемная жажда знаний. Ты будешь учить фреймворки, библиотеки, языки программирования, и этому не будет конца. Но есть и другое решение. Выбери красную таблетку, и завтра ты проснешься в своей уютной кроватке, и все мысли, желания и помыслы о программировании уйдут как сон. Выбирай, но помни, я лишь предлагаю тебе правду. Нет, надо было брать красную. Привет, с вами Сойер. И сегодня мы разговариваем о том, как стать программистом всего за один месяц. Этот вопрос задают очень часто, и мы в содружестве с другими ютуберами, список будет здесь и, возможно, здесь, решили ответить на него максимально полно. И да, очевидный ответ заключается в том, что стать программистом за один месяц нельзя, но, как в любой ситуации с ограничением срока, выжать за этот месяц максимум вполне возможно. И заложить тот самый якорь, то самое ядро, которое будет позволять вам двигаться вперед, тоже реально. И об этом пойдет речь в этом видео. Давайте начинать. Ну что ж, давайте определимся, кто такой программист. Кто-то скажет, это человек, который работает с фреймворками, железом или тому подобным. На самом деле нет. Все эти вещи появляются позже, когда нужно повысить качество работы, точнее, качество результата. В сухом остатке программист – это человек, который берет и создает алгоритм, потом преобразовывает этот алгоритм в программный код на каком-то языке программирования. А все эти детали, связанные с фреймворками, библиотеками, сопровождением кода – это, как я уже сказал, задачи, которые идут в развитие этих навыков. Это можно сравнить с ездой на велосипеде. Вы учитесь держать равновесие ровно один день, а потом всю жизнь оттачиваете это мастерство. И все, что я буду говорить дальше, скорее относится к императивным языкам. И я рекомендую вам изучать в первый месяц изучения именно императивные языки. По крайней мере, мне кажется, это проще. Итак, первое, что нужно выяснить, что такое алгоритм. Здесь все просто, вы не потратите на это много времени. Алгоритм, по сути, это просто набор действий, который приводит вас к ожидаемому результату. И больше ничего. На самом деле, каждый день в своей жизни мы сталкиваемся с алгоритмами. Мы настолько привыкли к простым алгоритмам, что уже не замечаем, как составляем их и исполняем. По сути, у программистов та же задача. Да, бывают сложные алгоритмы, которые отдельно прорабатываются, обосновываются, доказываются. Но в большинстве случаев программисты делают простые алгоритмы, которые нигде не записывают, а воспроизводят у себя в голове. И любой алгоритм можно представить набором из трех основных элементов, по крайней мере, большую часть алгоритмов. Первый элемент – это ввод и вывод, откуда-то данные берутся и куда-то выводятся. Второй элемент – это преобразование данных. Всегда для того, чтобы получить какой-то результат над данными, нужно выполнить какие-то операции. И для этого, собственно, используются блоки, которые отвечают за выполнение действий. Ну и самое важное – это ветвление и переходы, то есть условные переходы. На основе условных переходов реализуются такие вещи, как циклы, как выбор, уточнение параметров и так далее. Таким образом, любой алгоритм состоит из этих трех элементов. Вы можете потренироваться, почитать про алгоритмы и посоставлять 1-2 дня блок-схемы на какие-то простые вещи. Это позволит вам понять, что алгоритм лежит в основе всего программирования. Многие, кто изучает программирование, опускают этот момент и сразу переходят к написанию программ. И при этом они все равно в голове воспроизводят алгоритмы. Если вы разобрались с алгоритмами, то настало время перейти ко второму шагу, который называется кодирование алгоритма на языке программирования. И об этом мы поговорим далее. С алгоритмами мы разобрались, и теперь можно поговорить о
непосредственно программирование на языке. Здесь сразу хочу сказать, что если вы не можете составить алгоритм решения задачи своими словами на псевдоязыке, на блок-схемах, то вы не сможете эту задачу решить на языке программирования. Язык программирования никак не думает за вас, он лишь выполняет конкретные инструкции, а написать их должны вы. И вот чтобы знать, что писать, нужно иметь алгоритм, хотя бы в голове. Теперь мы сейчас поговорим о языках программирования и сразу отвечу на несколько важных вопросов. Первое. На этом этапе вам не нужны никакие книги. Все, что вам нужно, это уметь писать запросы в Google, читать тот же Stack Overflow и использовать те знания, которые есть в интернете. Второе. Никакого объектно-ориентированного программирования на этой стадии. Лучше выбрать язык программирования, который умеет структуры плюс функции. И никакого ООП. Если все-таки вы очень хотите программировать на чисто ООП-шном языке, тогда просто используйте объектно-ориентированное программирование по минимуму. И на этой стадии вам необходимо усвоить всего несколько основных понятий, которые по сути лежат в основе всего программирования. Первое, это вам нужно установить язык программирования на ваш компьютер. Это делается элементарно. Через Google ищите туториал, который рассказывает о том, как установить и написать первую программу, которая обычно называется Hello World. Делаете этот урок и все. Первый шажок в этом направлении сделан. Дальше. Следующая основная концепция, которую нужно обязательно усвоить, это переменные и наборы переменных, которые называются массивами. Вот эти две штуки нужно усвоить. Как это сделать? Путем практики. Попробуйте написать программу сложения двух чисел, попробуйте написать программу вычитания двух чисел, умножения, деления и вывести эти результаты на экран. Потом усложните, сделайте ввод чисел с клавиатуры и, по сути, разберитесь с переменными. Здесь, опять же, рекомендую брать слаботипизированные языки, это будет проще. Как только вы поймете, что такое переменные, потом нужно разобраться, что такое массив. И здесь тоже нужно понять, как найти, там, например, максимальный элемент массива, минимальный. Для этого нужно выполнять практические задания. Ответы на эти вопросы можно найти в готовом виде в интернете. Вы можете взять готовую программу и просто ее разобрать по частям. Здесь вы поймете, что есть элементарные операции сложения вычитания, есть индексы массивов, есть переменные, как с этим работать. Следующий шаг – это условия. If, then, else. Да? Что-то подобное. Эта вещь нужна для того, чтобы понять, как ветвить ваши программы. На условиях я бы сделал просто простую программу, которая, например, складывает два числа, умножает два числа, вычитает, и вы вводите два числа и вводите цифру от 1 до 3, которая выберет, какую операцию над ними делать. Вот что-то подобное. Как только вы сделаете такую программу, вы можете переходить уже к циклам. Разобраться с циклами, и здесь, по сути, вы покроете основную часть того, что нужно знать программисту в части базового программирования. И, повторюсь, императивного. Да, я говорю сейчас не про функциональное программирование. Окей, с этим разобрались. Теперь следующий важный шаг – это функции. До этого мы просто писали программы, которые складывают, вычитают, умножают. А сейчас можем написать программу, которая находит синус, косинус и другие математические операции. Так станет понятно, что такое функция. И после этого можно будет уже переходить к написанию собственных функций. Вот, по сути, на это все, что я сейчас перечислил, должно уйти одна, максимум две недели. И к концу второй недели вы должны хорошо ориентироваться в перечисленных темах. Что делать дальше? Ну, давайте повторим. Мы к этому моменту мы уже 2-3 дня потратили на то, чтобы разобраться с алгоритмами, и около 2 недель потратили на то, чтобы понять, что такое переменная, массив, циклы, элементарные операции, функции. Вот на этом этапе, спустя 2,5 недели примерно, вы должны быть способны написать элементарные программы. И вот здесь вы уже начинаете формировать ту базу, которая позволит вам развиваться дальше. И следующий шаг – это автоматизация. То есть полмесяца мы потратили на то, чтобы разобраться с основными вещами, а теперь нам нужно их закрепить. И для этого я рекомендую обратиться на Stack Overflow и читать статьи там, разбираться с непонятными вещами, да, то есть возникают вопросы, вы ищете их на Stack Overflow и отвечаете на них. И второй момент – это CodeWars или аналогичные ресурсы, где есть простые задачи, которые не связаны с написанием большого объема кода,
И там есть, в частности, на CodeWars совсем простые задачи. Да, там найти площадь круга, найти максимальный элемент массива, транспонировать массив и так далее. И вот такие задачки нужно недельку интенсивно порешать, чтобы автоматизировать, вот эти, закрепить все эти навыки, которые у вас есть. И после этого, после того, как пройдет вот это 3 недели, по сути, пройдет, последнюю недельку посвятить, например, графике. Она не везде достаточно легко может быть реализована, поэтому это не обязательная часть, но порисовать графики функций, какие-то графические примитивы поиспользовать, это полезно. Так вы поймете еще кусочек программирования дополнительный. И вот когда вы все это все вместе выполните, к концу первого месяца вы как раз и сформируете базу. Вы уже будете иметь автоматизированные навыки, использовать ключевые понятия языка программирования, и вот здесь можно запланировать второй месяц. Об этом я поговорю в следующем кусочке этого видео. На этом пока все. Ну что, вот вы добрались до финала. Всем, кто слушает, большое спасибо. Предполагаю, что зрители разделились на два лагеря. Первый – это те, кто действительно нашел что-то полезное и хочет развиваться по перечисленным мной вопросам. Им я хочу сказать, что после первого месяца стоит обратить внимание на книги. Первой книгой может стать учебник по языку программирования, только берите то, что содержит проверочные вопросы и контрольные задания. Это намного лучше. Дальше – объектно-ориентированное программирование, структуры данных и алгоритмы. В сумме это где-то 3 книжки, которые стоит прочитать. После этого рекомендую обратить внимание на рынок труда и смотреть, какие требования в интересующих вас вакансиях. Изучать именно то, что там перечислено. Изучать можно также по форумам, видео, книгам. Здесь нужно уже смотреть конкретно. После того, как вы определитесь с вакансией и поймете, какие технологии требуются, изучите эти технологии, рекомендую готовиться конкретно и целенаправленно к собеседованию. Для этого берем вопросы собеседования, которые есть в интернете, и пытаемся на них отвечать. Это позволит вам немножко адаптироваться к этому процессу, ну и появится шанс, что на собеседовании вам попадется тот вопрос, который вы уже знаете. Вторая группа – это те, кто негодует, и ведь я им рассказал то, что они и так уже знали, и сейчас, наверное, посыпятся гневные комментарии. Не торопитесь. Есть еще как минимум 15 блогеров, которые ответили на подобные вопросы. Кто-то делал юмористические видео, кто-то серьезные. Посмотрите. Просто вбейте хэштег ITSTAR2019 в поиск на YouTube, либо посмотрите ссылки в описаниях. В общем, наверняка что-то полезное вы найдете в этих видео. Ну и хочу сказать, что выбрав голубую таблетку, вы в принципе обрекли себя на вечный поиск и скитания. Наверное, стать программистом нельзя, программистом можно быть. И в этом смысле постоянное изучение, развитие и сомнения, которые возникают у вас, это норма и это нельзя исключить. И еще момент, если вы до сих пор задаетесь вопросом, как стать программистом, то может быть вы просто задаете не тот вопрос и нужно попытаться найти другие вопросы, которые вас интересуют, более конкретные, ведущие к тем целям, которые перед вами стоят. В любом случае, спасибо. С вами был Сойер. До скорого.